Кстати, отец Полос передал привет, он извинялся, что не смог. Отец Полос, настоятель нашей церкви, как я с ним говорила, и говорил, да, у него дела были, поэтому не смог он присутствовать, но... Тем более он наверняка владыку знает московскую, да, церковь. Конечно. Он его назначил. Мы все знаем. И он нас хорошо знает.